связи с приближающимся новым учебным годом Управление социальных дел напоминает, что ряд семей с детьми могут получить пособие на приобретение учебных принадлежностей. Пособие полагается семьям, которым присвоен статус малоимущих, а также семьям, в которых на опекунстве находятся дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, если средний доход на каждого члена семьи последние 3 месяца не превышал минимальной заработной платы. Пособие выплачивается раз в год на каждого учащегося. Если в семье воспитывается ребенок, который посещает дошкольное учебное учреждение, то размер пособия составит 22 евро, на первоклассника – 43 евро, а на учащихся других начальных классов или средних и профессиональных учебных учреждений – 29 евро. Пособие на приобретение учебных принадлежностей выплачивается наличными или перечислением на указанный в заявлении банковский счет. Оформить пособие можно как в Управлении социальных дел по адресу улица Венибас, 8, так и в местах обслуживания клиентов по улице Лепас, 4 и Шаура, 28. Телефон для консультаций 6 54 40 926.